Я сегодня вам хочу рассказать еще об одном способе заработка в деревне. Это разведение кур. Вот, идея как бы это не моя. Я знаю одного человека, хорошо знаю, он живет у нас в деревне. А он непростой человек. Он работает художником-постановщиком. Он снимает для нас различные сериалы, которые мы потом смотрим по центральному телевидению. Вот, он как бы уроженец нашей деревни, но его вызывают на работу в Москву. И вот он этим там занимается. А хобби у него – это разведение кур. У него это дело, мне понравилось, как поставлено. Он рассказывал про это давно, но не думал, что у него это все так серьезно. Он рассчитывает, что когда выйдет на пенсию, куры будут давать ему дополнительный доход. Я предлагаю вам посмотреть видео, как он это все организовал. Вот. И он будет еще как бы это доорганизовывать, достраивать. Я думаю, что все у него получится. Очередной саманный дом. Как видите, здесь хозяева перекрывают крышу. А мы приехали посмотреть на их курятник. Яблоки, чай, арбуз. Нет, спасибо. Ты все снимаешь? Утки. Утки, да. Мускусные. Это тоже ты занимаешься? Ну, как бы да. Ты же в этом году только их завел, да? Ну да. Что ты можешь про них сказать? Вообще мне очень нравится. Слышь, они, во-первых, мясо у них не жирное. Я их в том году только первый раз попробовала, вот этих уток. На базаре покупала специально. Не кричат, мамаши прекрасные. Да, они высиживают вот хорошо. Дети большие сейчас, они такие, как гадкий утенок. Ну, вот эти вот постарше, а эти, видишь, помладше. А когда вот родятся еще маленькие, можешь приехать и... Да я их сколько раз видела. У меня сами не водились, это самое, но я видела сколько раз. Вот она с ними ходит, и она и своих водит, и соседских. И, короче, за ними следит, они за ней. В общем, у них там все хорошо. Он у тебя как это самое, ну как вот у нас строят, ты построил типа это самое каркас, да, и обмазал его глиной, да? Это, короче, каркас из горбыля обыкновенного, обмазанной глиной. Стена, в принципе, не толстая, она обмазана с двух сторон. Чем он хорошо? Что и звездкой ты можешь каждый год побелил. Ну да. Клопы, клещи там всякие, все погибло. Ну у тебя все вообще, конечно, до дела, слышишь? Посмотри. Вот, давай закроем здесь дверь, давай, чтобы они убежали. И только это, говори громче. Обалдеть, слушай. Вот, здесь вот я автопоилки хочу их соединить вместе. Где? Вот у меня, говори, автопоилка стоит. Вот это? Вот, а ты сам сделал? Да. Она, короче, если отсюда воду вылить, осторожно, она, видишь, набирается, потом прекращает набираться. Не, поилку я купил. Вот это вот продается, да? Да, в Волжском есть магазин такой. Петушок называется. Бак я купил, подсоединил. Сейчас поставлю сюда ну, такую систему, как в квартире, которая давление набирает, сама выключается, и соединю с теплицей всю эту историю. Потому что у них должна вода быть холодная постоянно. Они не пьют теплую воду, куры. А почему ты с теплицей сюда собираешься соединять? Чтобы был там капельный полив, поставлю в теплице. Подожди, а теплица у тебя за стенкой? За стенкой. А ты туда кур выпускаешь? Нет. Нет? Зимой? Нет. Нет? Цыплята были в этом году. Курица в феврале у меня вывела первых цыплят. В начале марта, в конце февраля, точно не помню. Вот. Вот эти кормушки, это, короче, о, это кормушка вот эта? Да. Это кормушка. Не, ну вот такие я видела кормушки. Это вот у всех такие вот. А вот тоже кормушка. Для сыпучего корма, она там постоянно. Это вот сюда насыпается, да? Да. О, это ты сам придумал? Ну, в принципе, они все так делаются. Ну, я просто не в курсе. Сам придумал, но техника одна и та же, они все делаются. Только ты мне как гвозди потерял. На хозяйстве здесь был. А это эти, насесты, да? Ну, насест это бывшие клетки для кроликов. А, это под... на чем они стояли? Да, это подставки под эти клетки. Угу. И сейчас я их не стал ломать, использую как насесты для этих. Это что такое? Это фонарь. Им нужен белок, вот они, короче, прилетают ночью. А, ты бабочек таким ловишь. Да, и эти, как... Представляешь, какой он продуманный. О, глянь, а тут сетка, чтобы жуки залетали. Да, здесь окно. Это ты тоже сам придумал или тоже в интернете где-то насмотрелся? Это жуки, не знаю. Здорово. Где-то, наверное, насмотрелся. Не, ну вообще это по-умному, правда.
И они ловят, да, ночью по ночам охотятся? Да, самое, и утром, днем они спят. Причем так спят и ворчат, если кто-то там чего-то им мешает. Здорово. Некоторые спят ночью, не ловят, а некоторые ловят. Классно. Вот. Это у них вот этот корм, ну, песок и, ну... Мел это, да? Мел, да. Ну, и здесь всякое там, короче. Ты прям вообще серьезно за это дело взялся. Мне интересно, что придумывает сам процесс. Вот. Вот у меня утка сидит, скоро должна вылезти. Придет, да. Посмотришь мел самый. Ага. Вот. А это выводят у меня мелких цыплят, выводят с вёшкой. А там что? Там за у дверью. Меня будет этот... здесь будут инкубаторы. Слушай, ну у тебя на самом деле все серьезно. Ты когда вот это все говорил, я как-то, знаешь, ну я слушал, но я не думал, что ты такой серьезный человек. А здесь будут инкубаторы, и вот первые дни цыплята будут здесь жить. Здорово. У тебя брудера здесь надо. Это брудер называется? Ну, наверное, да. Я тоже это только в интернете вычитала, что это, оказывается, брудер. Ну вот мне нужна птичница. А это что? Это потолок. Ну, в смысле... Это бэушный ламинат, да. Да, ламинат. Ну мы его тоже побелим звездкой, чтобы не было никаких этих вещей, все это. Вот. Ну а что тут прям, мне кажется, кабинет тут будет и рабочее место кому-то, да? Слушай, тут вообще здорово, а что они не хотят? Я не знал, что у тебя так все. Даже спрашиваю, ну денег может быть. Нет, муж не разрешает. Ой, да они идиоты, они думают, что знаешь, это самое, придут к тебе в какой-то там курятничек, а у тебя вон как оказывается. Да всё. Они приходили, смотрели. Да? Поработать один день и все дальше. Видимо, либо лень, либо не знаю, что там с ними. Даже не могу понять. Зарплата, говорю, может, маленькая. Они говорят, да нет, зарплата нормальная. А ты сколько им платишь? Ну, договоренности. Спрашиваю, заходи дальше. Ой, ну это вообще. Так, а это что? Ой, цыплята. А эти выводят по второму кругу. А вон сидит, эта насестка, она несется или яйцо не, несет? Она с яйцами там. Она, короче, оказалась у меня там. Я их выпускаю, чтобы они туда выходили на улицу. Вон они, видишь, мелкие бегают везде. Вот эти вот? Да, вот. В принципе, я хочу разделить этот курятник на две части. Вот здесь вот будет у меня разделение. Вот. Сейчас у меня так разделено. Но когда я пристрою там еще, огорожу эту территорию, чтобы у меня там куры гуляли. Mm-hmm. И я как бы разделю на две части. У меня вот здесь выход, и вот здесь вот у меня выход, где утки. У меня вот еще выход. Вот. Ну а зачем тебе два выхода? Потому что у меня будет два возраста. Куда ты это, Танюк, давай мы его загоним. Селезня? Да, да. Давай, да. Давай, иди, 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 иди. Кабан такой здоровый. Кабан, да. Вот. Это два... те же самые с улицы пришли или это другие? Ну те с улицы, которые... А. Ну они часть на улице, часть здесь вышли. Вот. И они как бы... Вот это кроличьи клетки, сейчас у них... Это принёс, вот это кроличьи клетки? Да. Из хвороста сделал эти штуки. Это не хворост, а тюрин. Тут его полно, его вырубаешь все равно. И вот эти подставки делаешь, чтобы кролики не проваливались туда. Нормально. Вот. Делай вот из этого терна. Его не ошкурял, там просто он плоский с этой стороны. С одной стороны я его делал плоский. Ну, как бы использовал вот этот кругляк. Нормально. А это все тоже клетки кроличьи, а их разные заделали. Ну пришел к тому, опять же, все, что изобрел старый велосипед. Как это? Ну клетки самые лучшие, это сетка. Вот. Яйца все чистые. Да понятно. Вот. Здесь в принципе, глубокая подстилка. А тут еще одна, да? Нет, просто внизу бывает, они внизу несут. Это я им загораживаю, потому что они когда садятся, они ищут какой-то патрон. Здесь глубокая подстилка. Вот здесь глубина, сейчас я вам покажу. Понятно. Это вот... ты специально сено набрасываешь, да? Ничего себе. Да, они вот его перекапывают, и я им специально беру. Здесь нет навоза, вот посмотри, навоза ты не видишь. Ну да, нету. Нет запаха. Нету. И там такая глубина, это просто солома. Ну, там специально обрабатывается земля, это известью, потом стелится солома. Они все это перемалывают, и потом это все идет на огород. Ну понятно. На перегной, на огород. А здесь что? Здесь старые куры. Танюш, давай я чуть-чуть копаем. Давай. Петух красивый, смотри, какой гребень. Да они тут вообще, они такие петухи красавцы. Вот
Танюшка. Ладно, я закурю. Они тут все время зарывают выходы, входы, перекапывают. Для этого надо зерно бросать в землю, чтобы они перекапывали. И она будет все время суха. Видишь, тут пыльно даже. Не в смысле, сыро. Чтобы сырости не было? Зачем зерно в землю бросать? Чтобы, да, они перекапывали свой помет, и это все перекопывали. Ну, они как раз и копают. Да. Не, классно у тебя, слушай, мне прям нравится. Ну и известью, и потолок я сейчас, если закрыть его чем-то, ну можно не закрывать, как из пульверизатора обезвредил, да и все. Вот, это я переворачиваю. Пылюка. И, в общем, я хотел, конечно, спрыснуть, но у меня не получилось, я увлекся там. Вон яйца лежат. Сними, если хочешь, я пойду ведерко хоть. Вот эти петухи одной породы. Вот эти дикие. Как дикие? Вот этот сорока, он сейчас не такой, а у него вообще были, это, ну, в смысле дикие, не то, что дикие, а, как сказать. Некультурный. Без всякой породы. Беспородный, дворняшка. Да, ну, дворняшка, да. Ты хочешь из-за решетки его снять, Таня? А свет в окно. Свет засвечено. Пойдет он в ведерко. Давай, давай. Вот в этом курятнике может быть 500 голов в одном отделении. Не сушек. В принципе, нормальное явление вполне. Кормлю я их мало. Вот они сами у тебя летом жрут, наверное, да? Они траву в основном едят на улице. Я их кормлю всякими вкусняшками. Они, конечно, тут стоят в очередь. За вкусняшками? За вкусняшками. Я им яблоки крашу, там, всякую дребедень. Ну, то, что есть вот на сегодняшний день, груши, яблоки, это все сладкое, сам хоть ешь. Здорово. Ну, а что, плохо что? Сюда? И вот, ну, хочешь теплиться, но так недолго, сейчас. Потому что там очень жарко. Ну, да. Сейчас мы выйдем, я за это. Так, ну, постой, ладно. Постой, на свежем воздухе. Камеру туда. Что мы сделаем теплицу вместе с сараем. Вот эту стенку я уберу и сделаю окна, и здесь переделаю ее, потому что очень жарко. Выходи, а то запаришься. Да не запарюсь, пойдем по теплицу поснимаем. Вот. И в этой теплице, видишь, летом вот нет помидор. Вот это перец. Потому что они жарко. Как бы это, от жары, да, у них там пыльца какая-то сворачивается. А что ты не проветриваешь? Да нечем проветрить, я тебе объясняю. А, у тебя ж пулька вот, не да, она закрыта. Тут как бы ошибка произошла. Ну да. Вот. А так, в принципе, сама идея мне нравится очень. Вот даже с этой водой, вот то, что я тебе говорил. То, что... Тань, ну иди, а то ты там спаришься. Да не спаришься. Вот. С этой водой, вот то, что я говорил, да, там получается, что вода, она будет охлажденная, потому что она будет все время меняться в бачке. И у кур будет вода охлажденная, а у них будет тут в поливе теплая вода, у помидор и там что там. Сажать, я там вообще все хочу посадить. Теплица большая, 20 на 10, на 20, где там на 8, наверное. Ну, на 10, если 160 берем. Метров, конечно. 160 метров, мне кажется, там можно и картошки себе в ведро посадить. А ты не хочешь, как помидоры, как китайцы вот сажают? Не, не хочу. Я хочу только кур, потому что мне они нравятся. Они от меня многого не требуют. Кормлю я их один раз. Цыплята, которые маленькие подрастают, у них постоянно корм стоит. Я какие-то добавки им даю, как конфеты детям. Угу. И все. А они едят постоянно этот корм смешанный, там, дробленка всякая. Пшеница, кукуруза, там, ну, в общем, 5 злаков стараюсь им давать. Понятно. Вот. А все остальное, яблоки там, то, что там поспевает, все даю уже как добавки. Понятно. Пщи не уберу. Она как-то мало это того, пришла, что Ленка, чисто, вот это, слышь, пришла. Это еще и не воняет. Не Ленка, а это пришла твоя подружка Маринка. Маринка. Она говорит, мы там каждый, где-то она работала, каждый там день убирали помет, блин. А здесь, я говорю, будешь убирать его. Ну, да, тут вообще, по-моему, не будешь убирать. Нет, они его будут перекапывать. Там происходит большая уборка. Там, во-первых, короче, выкопаны по периметру ямы выкопаны. Куда засыпается. Вот я сейчас этот, допустим, беру эти ямы, выкапываю, и это уже перегнивший двухгодичный навоз. И он уходит, как бы, знаете, что там происходит? Яма ниже уровня пола. Вся влага там туда стекает. Если там. Здесь вообще, когда
Раньше здесь стояли лужи постоянные. Как, в смысле, когда курятника не было? Когда не было курятника. Просто на этом месте. Вот. И когда яму выкопал, она туда уходит, вода. Потом это все перегнивает. И я все, что с курятника, я счищаю туда и свежее кладу. И это перегнивать начинает. Из этих ям я выкидываю на огород. Mm. И это дает тепло курятнику. Ну да, по идее, вот. Должно давать. Ну, оно как, в любом случае, потому что получается, что конденсат, там же на улице, допустим, промерзание зимой, метр там промерзает земля у нас, и она, когда в сарай заходит, здесь она сталкивается с такой воздушной прослойкой. Выпадает. Из которой из соломы вот этот, да? Ну да, из навоза, грубо, с соломы, с навозом, да. Ну вот. Ты скажи, во сколько тебе вот этот курятник обошелся? Ты не помнишь? Я не знаю, во сколько он обошелся, но я застраховал его, потому что... Ты его застраховал? Да, на 2.5 миллиона он, по-моему. А сколько в год платишь? Ну, не помню, сколько я в год плачу. Ну, хоть приблизительно. Ну, 5-2 тысячи. Это надо страховщикам там. Ну, не 5, там, тридцатник, наверное, выходит или больше. Ну, это вместе с домом. Вместе с домом, да. Дом у меня из интернета, не видно его, а вот курятник из интернета очень хорошо да? Так дом маленький, а это крыша вон какая. Да, смотри, какая площадь. Да, такая, наверное. Американцы, наверное, уже заинтересовались. Наверное. Что а ты ее накрой шифер, слышишь, это самое, разных цветов положи, как вон в этом, в Желтухино. У них там крыша накрыта. Шифер красный, синий, белый, ну, в цвет флага российского. А. Из космоса наверняка все это видно. Так и ты курятник накрой. Покрасить можно. И нарисуем что-нибудь там. Вот напиши, слышь. Делал. Очень хорошие эти. А это зачем? Для зерна. А-а-а. Каждый входит, ну, где-то по 3 тонны пшеницы. Ты уже купил? Кого? Пшеницу? Да. Молодец. Вот я еще таких парочку сделаю и буду всякое разнообразить. Да, у тебя все, конечно, серьезно. Я к пенсии хочу вот запустить эту систему. Мне осталось еще 6 лет. Я запущу, думаю, к этому. Слушай, времени. А что тебе делать-то осталось? У тебя самое главное, площадь готова. Ну, купи кур, да запускай. Площадь, там надо и сообразить еще. Как мне нужно хранилище овощей для того, чтобы я мог купить овощи, хранить. И их же эти овощи можно продавать. И эти же овощи можно украшить курам. Там, я вот картошку, свеклу, лук тот же. Это тебе не лень все делать, да? Все это. Ну, я специально дробилки придумаю или куплю. А что придумал? Вон у нас в интернете посмотрели, у нее муж сделал дробилку. Специальную. Там, для овощей. Для овощей. Знаешь, как дробит? Классно. Да? Режет она, да, вот она ножами режет там. Засыпаешь сверху, и ага. Ножи вот так крутятся, и оно и все так-так-так рубит. Ну, вот сходи, посмотри. Ну, вот я тебе покажу миксер, наверное, такая же, как у миксер. Только. Миксер нет, миксер это вот эти крутятся. Ну, вот эти, что у миксера крутятся? Венчики крутятся. Нет, а там на дне там вот на такой дне нож, он вот так вот крутится, так крутится. Как у комбайна, короче говоря, как да. Типа как у блендера. Ну, вот надо от косилок эти. И вот он тоже в интернете, короче, посмотрел. От косилок взять такие, они, короче, ножи, и когда они будут раскручиваться, чтобы они, если при ударе, они загибались. Они. Ну, как-то так, ну, короче. Думаю, что я придумаю что-то такое, что могло бы рубить это все, косить. Да уж, наверное, тебе 6 дробить. Лет в запасе, думай. Да. Пошли дома, расскажешь, почему ты этой крышкой. Для дурака, если в зале 1000 сидят людей, и из них один умный, а все остальные дураки, для кого играть будешь? Я сказал, для умного. Надо для умного всегда играть. Ну, я и снимаю для умных, чего-то. В общем, короче говоря, шифер у вас что, вы решили его просто так заменить, или он у вас рассохся? Во-первых, шифер делать очень плохой. Сейчас? Да, и его он, короче, такой прям гадкий по сравнению с тем старым, который там по 50 лет простоял уже, он по прочности уступает. Вот, и здесь, ну, как бы во время ветра его сдуло просто. Шифера листы сдуло? Да, листы шифера сдуло. И когда дети там все поперекрыли, меня не было дома, они там сами все позакрыли, там получилась такая латаная в дырках вся эта крыша. И мы решили просто перекрыть ее. Mm-hmm. Мы решили перекрыть черепицей металлической. Она есть у тебя купленная? Она купленная, а не привезенная. Uh-huh. Ее нету.